С момента запуска программы «Нурлыжер» в регионе сдано более 2 миллионов квадратных метров жилья. Жильем обеспечено порядка 17 тысяч семей. Вместе с тем, соотношение у нас государственного жилья к общему воду составляло 5,9%, потому что основная часть, то есть большая процентная, идет по коммерческому жилью. А в 2019 году он составил государственным участием 11,8%. В текущем году планируется построить более 70 многоквартирных жилых домов. Из них работы начаты уже по 44 проектам. По каждому направлению, если пройтись, то на арендное жилье у нас выделено в этом году 4,3 миллиарда тенге. Это на эти деньги мы в этом году планируем ввод 23 арендных многоквартирных жилых домов. Это 815 квартир для социально уязвимых слоев населения. У нас дома будут строиться в Биржан-Сал по регионам, в Вигиндекольском районе, в Жаксинском районе, в Кургажинском районе и в городе Кукшетау. Но так, по кредитному жилью мы собираемся вводить 11 кредитных домов. Это 194 квартиры. Тоже основная часть это у нас приходится на строительство на город Кукшетау. Ну и в Буландынском районе будет строительство вестись, а в Кольском, Ерементауском и в городе Степногорск. Стоит отметить, что в этом году на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено 2 257 миллионов тенге. В этом направлении в 2018-2020 годах в регионе было выделено более 1600 земельных участков. Еще 1700 будут охвачены в 2021 году. Жандос Сайлау, Тлек Кайыржан, Дархан Мужибаев, Даниэр Габас, Кокши Акпарат.